Добрый день, уважаемые мамы, жены, близкие родственники военнослужащих, находящихся и призванных для осуществления специальной военной операции на территории Российской Федерации. По поручению главы республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича Николаева в настоящее время мы осуществляем прежде всего оказание материальной помощи для членов семьи в размере 200 тысяч рублей. Это материальная помощь и иная помощь, которая, о которой уже говорилось не раз, которая связана как с бесплатным детским питанием, с повышенной специальной стипендией для родственников. Необходимо обратить внимание на момент, который связан с тем, что на настоящий момент те мамы, жены, которые близкие родственники, которые еще не получили выплату, но непосредственно написали заявление, невыплата может быть связана прежде всего с неподтверждением списков, которые до сих пор не в полной мере переданы с военкомата Республики Саха-Якутия. В этом направлении мы работаем как путем и командирования наших там сотрудников, так и путем постоянной связи с воинскими частями, так и в тех случаях, когда нет близких родственников в данной ситуации, главой республики принято решение о том, что субъектом выплаты может стать сам мобилизованный при отсутствии у него близких родственников, или если несколько лиц претендуют на данную выплату, или же если он признан нашим военным комиссариатом, но члены его семьи проживают в другом регионе. А выплаты будут осуществляться на основании заявления, если у него есть такая возможность через Якутия подать такое заявление, при отсутствии заявления на счет открытый для военнослужащих Министерством обороны России в проактивном режиме. Но я напоминаю, что для получение информации по мерам социальной поддержки. Также можно продолжать осуществлять непосредственно вопросы на линии 122. В то же время с пятницы начали работать районные и республиканские телеграм-группы, в которых я приглашаю также по районам и по республике объединяться мамам, женам для того, чтобы оперативно в течение суток получать ответы на возникающие вопросы. Вопросов действительно много, и даже в эти выходные наши службы продолжают работать без выходных и отвечают в том числе оперативно на соответствующие вопросы. Результаты анализа этих вопросов учитываются в работе по разработке новых мер и определению категории получателей.